Друзья, привет! Новости про боковые стекла. Вот так оно было. А теперь это так. Что закрыли, что открыли. Теперь они не шевелятся. Рассказываю как. Тут есть, оказывается, такой порт. Вот он. Под ногами. У меня у Реношки он был в бардачке. Подключается человек через компьютер. И включает, выключает эту функцию. Перед тем, как ехать в дилерский центр, я понапроверял в интернете. Там в Тойоте говорят, зажми вот эту кнопочку. Это стекла. Они слаживаются. И, соответственно, разлаживаются. И вверх это блокировка, вниз это разблокировка. Там есть другие комбинации в других машинах. Но здесь такого нету. Здесь такого нету в Mitsubishi. Здесь все делается программно с подключением. То есть, или вам надо свой иметь шнурок, или там модуль. Как в Реношке я покупал такой модуль универсальный, есть к машине. И, соответственно, подключиться там откуда-то. Но я просто проездом ехал к дилер, через дилера там, да, и заехал, решил спросить, может, какая-то комбинация есть, которую я не знаю. Они говорят, нет комбинации. Ну, говорит, да, сейчас без проблем. Вжик-вжик, человек с компьютером вышел, клац-клац, все готово. В этом плане я очень доволен, довольно быстро, профессионально все. То есть, как обычно, они молодцы. Вот. Но, что неудобно. Уже привык, да, по автоматам. Закрываешь машину, уходишь, а потом думаешь, а, закрыл или не закрыл? Раз туда, ушки сложены, ага, закрыл. А сейчас нет, такого нет. Вот, в этом может быть какое-то там неудобство, да, формальное. Ну ничего, оно блымает огоньками, поэтому, когда закрываешь, надо обращать внимание, закрыл, не закрыл. Так что, переходя на зимнюю резину, в принципе, можно у того же дилера просто отключать эту функцию на зиму, а потом... Когда переобуваешься на летнюю резину, включать. Вот такой лайфхак, можно сказать. Что еще интересного нашел? Это, оказывается, если включить задний дворничек. А, он уже включен, вот видите? Он уже включен. То он, оказывается, не шевелится. Пока там нету ничего. То есть там тоже есть датчик. То есть там тоже есть датчик дождя, или как он там называется. Что тоже удобно. Я не думал, что сзади у машины есть такая штука. Ну, современные технологии. Очень интересно. Вот. По зеркалам, по вашей машине, чем вы ездите, расскажите в комментариях. Интересно будет почитать, как у вашей машины отключается. Я нашел на Toyota и нашел на этот, на Ferrari, как там отключается. Тесла не нашел. На мою машину я вам рассказал. Так что интересно, как будет у вас. Счастливенько. Пишите комментарии, оставляйте, подписывайтесь. Задавайте вопросы, стараемся всем отвечать. Удачи!